время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адамитянина, которому имя Фира. И увидел там Иуда дочь одного хананьянина, которого имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала, родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: «Пойди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал. И он умертвил его. Сказал Иуда Фамари невестке своей по смерти двух сыновей своих: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал в уме своем: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну, к стригущим скот его. Сам Ихира, друг его, отдала митянин. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Анаима, что на дороге в Фамну, и увидела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое и не узнал ее. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою». Твою, которая в руке твоей, дал он ей, вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда
Деда же послал козленка, через друга своего одноламитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но он не нашел ее и спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Анаиме при дороге? Но не сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее, да и жители места того сказали: здесь не было блудницы. Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Я послал этого козленка, но ты не нашел ее, но ты не нашел ее, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фомарь, невестка твоя, пала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда привели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи это вещи, и сказала: узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить. Сказав это, вышел первый, но он возвратил руку свою. И вот вышел брат его, и она сказала: как ты расторг себе преграду, и наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя Зара.